Третий в истории спуск с горы в купальниках в преддверии закрытия сезона прошел 24 марта в нашем городе. Всех участников костюмированного флешмоба ждал бесплатный подъемник. Нужно было только прийти в оригинальном костюме, акваланге, купальнике или хоккейной форме. Чем ярче, тем лучше. Мероприятие у нас третий год проводится. Вообще сделано по типу спуска в купальниках в Шерегеше, такой же делается спуск. Вот мы пытались сделать что-то подобное. Конечно, у нас в том году практически в два раза меньше было. У нас мы множимся, мы растем. В этом году, ну, по крайней мере, под моим подсчетом, около 100 человек было. Костюмы в этом году были намного интересней и круче, чем в том году. У нас в среднем участники от 18 до 60 лет. То есть у нас даже несколько есть постоянных гостей, кто старше 60, пенсионного возраста, у нас тоже катаются. Спуск в купальниках, весенний спуск, он же спуск в костюмах. Именно под такими лозунгами и проходило мероприятие. Организаторы закупили цветные дымовые шашки, чтобы сделать акцию еще более красочной и зрелищной. К участию в закрытии сезона приглашались все желающие. В этом году Высокогорье порадовало разнообразием костюмов. Ангел, военный, хоккеист, десантник, чебурашка, тигр и многие другие. Следует отметить, что температура на момент начала спуска составляла 14 градусов тепла, и это не останавливало участников, а только подбадривало их боевой настрой. Костюм мы делали полдня, но не прогадали. Прям мы просто катаемся, и мне всегда хотелось прям, думаю, пусть у меня будут крылья, пусть я смогу взлететь. И мы сделали мне крылья. Как вам впечатление вообще от такого мероприятия? Офигенно, просто офигенно. Организаторы прям 5 баллов, потому что очень круто все. Катаюсь около 4 лет. Хоть и первый раз на этом мероприятии, но мне оно очень понравилось. Здесь люди все яркие, позитивные, и ты заряжаешься этой энергией, и у тебя поднимается настроение. Это крутой день и крутое мероприятие. Мероприятие отличное, да, но у нас редко в городе проходят интересные штуки, и вот наконец-то мы дождались, это очень интересно, по-моему. Мне вообще отлично, я первый раз стою на лыжах, получается, первый сезон езжу, и для меня это вообще что-то нечто нереальное просто. Насчет наших костюмов, что мы хотим? Нет, мы не служим в армии, нет, мы не чистюли, нет, мы не из психушки, в психушке серая форма, мы просто снеговички, которые приехали попрощаться со снегом. Татьяна Салихова, Анна Спиридонова, Владимир Николаев, ЗАП ТВ.